Вкуснейшая малосольная семга с горчичным соусом. Белый и черный перец помолоть, а укроп мелко нарезать. Соль крупная, желательно без добавок. 2 столовые ложки и ложка сахара. 1 или 2 столовые ложки смеси перцев. Соль, сахар и перец нужно хорошо перемешать и обвалять тщательно со всех сторон кусочек семги. Лишнее стряхнуть. На пищевой пленке разложить укроп. Сверху кусочек рыбы и опять укроп, как можно больше. Укропа здесь жалеть не стоит. Сверху полить мужским напитком. Это сделать нужно обязательно. Затем плотно завернуть в пищевую пленку и поставить на 4 дня в прохладное место под гнет. Горчичный соус. Горчица, желательно дижонская, немного сахара, сок лимона и оливковое масло. Через 4 дня рыба готова. Нужно будет убрать укропную шубу, нарезать и подавать, конечно же, с горчичным соусом. Этот соус приятно оттенит нежный ароматный вкус семги. Приятного аппетита!